Так, девочки, я в Ренгуш зашла, и мне нужно тут для Ваньки Аленкинова сделать на 23 февраля подарочек маленький. Она попросила два в одном шампунь. Так что сейчас мы подберем. Ну и, естественно, пока я ее жду, она не пришла, посмотрим, что тут. В Ренгуше нет, есть как бы для мужчин, для женщин же есть два в одном. А для мужчин в Ренгуше нет. Так что мы пойдем, наверное, я не знаю, где искать. Аленка, наверное, думает, что я сейчас прям ему и подарю. А нет. Скажу, что завтра и тогда с мамой, когда будем встречаться. Равно жду. Что тут, девочки, я скоро буду выбирать. Ну, вообще нет. Нету. Так, Аленка подошла. Девочки, вообще ничего нет. Я хотела какой-нибудь крем под глаза. Вот Estée Lauder. Кстати, тут сейчас очень много этих самых. Вот туда, если пройти. Но все косметички, наверное, не нужны. Девочки, посмотрите, какие подарочные наборы и косметичка здесь. Ой, тут, наверное, такая косметичка. Кстати, тушь, Аленка, как ты любишь, и блеск. Ой-ой-ой. Ну и какие духи у меня будут. Девочки, вот это вообще водичка, она, конечно, вкусная, она улетучивается сразу. И вот это все. 15? Как это 15? У меня вот, вот эти у меня духи, девочки. Герлен, 15 тысяч? Да не может такого быть, Ален. Им красная цена 7. А те, что мне Володя подарил, тут есть? Ну, открой. Давай, у тебя фотка есть? Ты фотографировала, снимала, в машине ехала, я же тебе приносила. А, это, наверное, на той стороне с такой короной. Корона, да. Девочки, сейчас пойдем искать Володькины духи. А, ну так вон за 5500. А что, они плохие? Что это за фирма? Тоже Estée Lauder, нормальные. Просто те, наверное, дорогие. Не, 13 тысяч. Вот у меня такие стоят. Они очень сильные. Господи. Я что, без духов буду? Это 17 тысяч. А, это 100 миллилитров. А это 12,50. Вот Аленка попу полюбила, видите? Это от неимения других. Палетка для макияжа, что там? Ну, это контуринг. А, да? Наверное, нельзя открывать-то. А где тут ты взял? Нету, ну, что посмотреть. Взяла. Потому что это не она. Ну так-то пупа прям вся. И прям новая, смотри, коллекция новая у них. Ой, все блестящее. Ну, пойдем искать духи. Просто. Духи с короной мы ищем. Вот тут видишь, у многих они сняты, эти самые. О, Аленка, похожая. Где она? Куда она ушла? Иди сюда-то. Вот похожая, ну не такие, да? У тебя она длинненькая. Ну, сейчас примером очень. Нет, они без кисточки. Ну, конечно. Все, тут забудь про кисточки. Вот у меня Estée Lauder с кисточкой. Ну, это Estée Lauder. Все. Ну, можешь по... Вот такой же, наверное, будет. Вот тестер. Вот возьми. Нет, вот румян. Ну, он румян, такой же. Говорю. Но они точно без кисточки. Хотя, конечно. Может, да и без зеркала, я тебя умоляю. Вот, пожалуйста, отдельно. Видишь, они скажут, вот кисточки. Шикарно выглядите. Как нюд. Как всегда. Нюдик. Коробочка. Вот так. Так, я сегодня на маникюр. Какого цвета мне сделать? Ну, не голубого, розового, значит. Розового? Ну, конечно, весна. Или какой-нибудь. Вам, конечно, этого не понять. Или вишню. А, прям яркая? Ну давай яркую. Ну, такой. Я не знаю. Смотри, набор кистей. Хочешь?
У меня все есть. Есть. Так, ну-ка, инфлюенс, я хотела найти. Видишь, у них новая серия. О, девочки, новая серия. А моего нету. Кайбера этого нету. Все, закончился. Что делать? Обалдеть. Тут у них ядерные. Я такое не люблю. Все, надо кайбер искать. Интересно, а вот эти инфлюенс. Слушай, плохая? Ну возьми да купи. Вот щеточки, смотри. Щеточки хорошие. Это какую? Просто у меня скоро моя закончится пупа, я вот думаю. Ну и купи. По-моему, нормальные были отзывы, девчонки, да? Писали, что. По-моему, да. Так, тогда мне нужна попробовать тушь. Ну, надо по кисточке выбирать. Ну, еще по свойствам, чтобы была объемная, а не просто удлиняющая. Не хочу там эти не штучки. Не надо, не надо. Объемище. Как понять? Тушь для ресниц. Силиконовая кисточка. Ну, силиконовые это вот такие. Ну, я тоже силиконовая. Volume Extra. Не поймешь. Ой, кисточки. А вот какая еще, кстати. Такая. Тушь для ресниц. А, это влагостойка. Наверное, вот черная. Надо понять, какого она свойства. Не написано ничего. Просто написано тушь для ресниц. Вот для объема, удлиняющая. Вот и смотри, максимального объема. Вот. А какая она? Инфлюенс бьюти. Ищем инфлюенс бьюти. Надо девушку позвать. Да. То они набегают, то. Позвать, да? Простите, пожалуйста, а можно нам помочь? Здравствуйте, не подскажете, черная объемная тушь? Не влагостойка, да? Не влагостойка. Черная объемная. А вы... Ранец всех в целом будет объемный, да? Да, то есть эффектно. Здесь получается... Не, вообще, вот это я посмотрела, влагостойка. Здесь вот это... Нет, это объемочка. Вот это вот получается еще будет... Давай, да? Она такой формы кривой, да? Как плавиаль, да. Нет, это мне не надо. Прямой. Вы сами чем пользуетесь? Купой. Металлическая. Металлическая? Там басы? Она такая кривая. Ну, тут толстая, тонкая, но она мне не очень нравится. Текстура, да, не нравится? Нет, она мне формы не нравится. Вот единственное, я вот не смогу вам показать по текстурам. То есть здесь получается только шерсть. Вот это что? Вот это уже, по-моему, так, а что у нас в Лореале? Приятный цвет, кстати. Это какой номер? 630. Нету пробников. Что тут без пробников уже? Видно остаточки. И так. Вот бальзамы всякие для губ. Че, Аленка, вот этими, наверное. Она же любит бальзамы. Наверное, у нее есть. Какая-то новая тушь. Я вот люблю Лореаль. Она такая прям объем придает. Может, Аленке. Вот 1125. Ну обалдеть. Лореаль. Обалдеть. Вот я, девочки. Да, чуть как будто в глаза заплаканный эффект. Они таких только. Серого нету.
Может, попробовать купить ради интереса? Давайте вот этот возьму, да. Не надо на меня... Чем ты будешь растушевывать-то? Да? Какая разница? Пальцем. Отстань ты, ради бога. Я в клубе, когда крашусь, там ни света, ничего. Заметно. Вы сегодня из клуба? Да. Нормально. Шикарно, шикарно. Извините, пожалуйста, вы консультант? Отлично. Надо что-то себе порадовать. Ну, не выбрала. Тушь там. Тушь. Молодец, Аленка. Ой, она... Это у меня сейчас для... Нет, пока не надо, я думаю. Ну, а про эти спросила, да? Да, да, и без кисточек. Ну, понятно. Пойдем в попу с кисточкой найдем. Да, ну. Там, наверное, есть. Неплохие, просто румяные. Оттенки. Да. Они это вот эта фирма новая, да? Пигментированная. А вот эти с кисточками? Все без кисточек. Ну, нет, Ален, это забудь про кисточки. Рядышком лежат. Забудь про Диор. У Диора, у Клоранс, у всех будут рядышком лежать. Ну, здесь, кстати, только Ева, наверное, что с аппликаторами сейчас. И Пупа. Ну, можно попробовать. Конечно, да. Берем. Ну, все. Какой приятный. Ну, как-то пылит прям. Так, сейчас посмотрим, что там Аленка взяла. Аленка спрашивает, сколько у меня там на карте. Она 16 копеек. Аленка такая, не знаю, я все покупаю, а денег там нету. Смотрите, какая хорошенькая. Вот она точно не будет рвать волосы. Прям прелесть, такая нежненькая. Ой, какая прям... Вот были, когда у меня длинные волосы, я бы такой купила. А сейчас я хоп-хоп и все. Наташа, сейчас акция. За 6 тысяч духи берешь, 4 тысячи платишь. Всегда такая акция. Я сейчас не готова. У меня заложенность. Не нашла, нет. Да. Это такие, знаете, девочки, дорожные. Кстати, очень удобно. Они вот так распаковываются, так тын-тын, как пенал. И вешаются вот так. Это, например, в дорогу, там в номере. Очень удобная штучка. Молодцы. Ну что, ну давай показывай. Да? Просто покажи, что ты там. Это не косметичка, это в дорогу, знаешь, вот так она раскладывается, как календарь. Так, давай покажем. Вот тут сделаем. Две вот так это возьми. Душ. Две вместе. Ну, это разные фирмы. Все. Ага, так, ага, Influence. И это самая новая. Тени, да, купила, Аленка. Ну, давай посмотрим. Карандаш. Стиковый. Тени в стике. Хорошо. Подарка тебе никакого? Не дали подарка? Ничего. Пробничка. Ладно. Ну что, все? Все, девочки. Идем, наверное, кофеек пить. Покидаем этот роскошный оазис. Вот те же ванши. В этот самый Томас Мюнс. Смотрим летние, весенние коллекции. Но висят одни пуховики. О-о-о! Что у мужчин, что у женщин. Кроссовочки, да, какие-нибудь? Понятно. Так у меня те-то еще есть. А вон сумочки. Новеньких нет? Все коричневые, Алена. Вот серого надо. Серого нету. Мне надо добиться. Ну, а вон, ну, это как рюкзачок. Да, вот серенький. Цвет шикарный. Шикарный. Ой, была бы она такая? Ну, мне не нужен рюкзак. Девочки, кроссовок-то сколько? Вы посмотрите, все бэш. Ну, да. Вот, серый. Вот почему? Коричневое, да. Это коричневое, черное. Да, ты права. Серый же такой очень респектабельный цвет, да. И он
часто встречается. И все рюкзаки, смотри, вот красивый цвет, вообще шикарный. Прям светло-черничный, очень красивый. Простите. Все, надо, блин, коротко, я не могу вот с этой длиной, меня все бесит. 8 марта я тебе подарок делаю. Мой Аленка, стрижка, давай. Сертификат. И там я объясню. Там ничего сложного. Скажу, девочки. Я сегодня иду делать маникюр. Все, давай, разговаривай с ними. Что, покупай. Ну, я имею в виду, что... А ты со мной сделай так, чтобы ты тоже пошла и, может, там снимал. А что? Девочки, значит, мне нужно... В салоне подстригись. Так, все, тогда я не буду в своем. Нет, я тебе сделаю. Макияж, как это, глаза все. И запишу тебя на стрижку. Сразу могу записать. Ты да. Подумай, когда тебе? Да хоть с 7-го. Да хоть с 8-го. Меня никто не будет поздравлять. Никуда я не еду. Ну да, хорошо, я посмотрю по этому самому календарику. Все, девочки, подстригусь. Давай в моем салоне. Ну, конечно, давай попробуем. А, смотри, вот джинсики. Какие-то короткие все на меня. А может, это сейчас мода опять такая, Аленка, которая твоя нелюбимая? Хорошенькие, беленькие. О, кожаные. Не, это все, это еще осень. Какая фирма костюмчика лимонного, который я тебе подарила? Когда? Я еще не читала сегодняшнего. Это давно, неделю назад кто-то. Да ты что? Девочки, у меня такое бывает, что я вот не вижу сообщений новых. А, просто видео открывать и сразу пролистывать. А я в уведомлениях открываю. Ну, чтобы видеть, кто пишет, имя, если у кого есть. Ну, это дольше, конечно. Я, наверное, так буду. Просто хотелось вас и дезинфицировать. Нету серых сумочек. Мне кажется, мы не там просто ищем. Мне кажется, в других магазинах, особенно в центре, очень красивые сумки есть. Но Аленка не хочет никуда ехать. Ладненько, ничего нет. Это... Как они вот называются? Фолловер. Ой, фолловер, господи. Мне, в принципе, нравятся вот такие на весну. Они, видите, не боятся и положим. Ну, если не белые, конечно, подошва. Но меня смущает, что они очень массивно смотрятся. Ну, это вообще... Блин, как они называются-то? Но они мне очень нравятся, такая форма. Вот. Вот в Томас Мюнсе очень много обуви, очень. На весну сейчас начнется. У меня, по-моему, все есть уже на весну. Ну, конечно, я, наверное, что-нибудь куплю, захочу. Аленка не может уйти, мечется. О, я. А кто купил новый чехольчик на Озоне, девочки? Я купила. Что-то я так плохо выгляжу. Я за эти дни, блин, эта скотина меня просто я постарела на несколько лет. Ой, сволочь. Ну все. Идем куда-нибудь. Так, я сейчас возьму американо и вот такую одну штучку. Ну, как бы одну упаковочку. Здорово. Здрасте. Арину просто может быть утечь что-нибудь на весну. Но хотя сомневаюсь. Ну вот. Такие у нас платья. О, какая юбочка интересная. Штанишки. Белые рубашки, кстати. Я люблю такой материал, он такой струящийся. Такая простенькая.
Видите, она вот это все не отглаживается, но видно, это такой покрой. Не знаю. А вот еще, смотрите, такая просторная. Ой, наверное, с этими брючками было бы класс. Ушиты, конечно, девочки. Ну что это такое? Рубашечка такая на выпуск. Хорошенькая, с джинсиками голубенькими. Слушайте. Такая она, видите, вообще? Ее даже... Вот видите, что это? Ой, господи. А, ну, 1700. Наверное, рукавчик так струящийся. Вот так. Видите, три четверти. И такая размахаечка. Ну, красиво было бы. Эти на такие голубенькие джинсики. Летние такие. Голубые-голубые, выбеленные даже. Симпатичная, кстати. Симпатичная. А это такие широкие, да? Я как-то больше это вижу с обтягивающей. Может, померить? Так, вот. Красивый цвет, я люблю. Такой голубой и кремовый. Ой, смотрите, она прям приталенная-приталенная. Взять, померить. Это 42-й, наверное, это 44-й. Прикольненько. А это что такое? Это просто какие-то кофточки. Так. Такая же, как белая, только голубая, кстати. Тоже приятно. Вот такое грустенькое. Сатик такой. Так. Ну, симпатичные здесь курточки. Смотрите, такие прямо прикольные. Ой, какая. Ой, девочки. Ой, прелесть. Слушайте, хорошенькая. Как-то ML-ка. Через серое. Очень нежно. И сделано, знаете, хорошо, кстати. Смотрите, ни одного. Ого! Ее что, можно как будто бы даже... Девочки, я померю. Смотрите, какая лапонька. Но она типа должна быть такая, оверсайз. Опачки, она даже внизу затуживается. Это да. Есть. А, это уже другая. Прикольно. Симпатично. Померим. Ой, с полосаточкой вот такой. Здорово. Интересно. Джинсики, здесь разрез как бы внутри. Интересно. Когда начнешь приглядываться уже, что-то и есть. Джинсики. Я бы хотела каким-то светленькие. Это трубы, видите, такие. Интересно. Всякие футболочки с принтами. Угу.
взять что-нибудь, да, померить. Вот она, смотрите, она симпатична как издалека. Сейчас возьму тогда померить. Так, девочки, что я думаю? Джинсы мне очень нравятся. Очень они хорошо. Это эмочка. Вот это эска, но я в нее уже не влезу. Видите, они коротенькие, но я всегда такие ношу. Не знаю, может и плохо. У меня есть такие кроссовки на весну, на, ну, на платформе, короче, такой. И рубашка сюда, ну, с другим бюстгальтером очень идет. То есть можно вот так, я просто заправила, чтобы видны были сами джинсы. Можно выправить вот так. Но я больше, наверное, буду заправлять. Даже можно, знаете, одну часть заправить, а вторая пошла так гулять. Вот, нравится мне, что такой рукав для работы очень удобен. То есть не надо, не вот я редко вижу такие кофты, рубашки, да, такого плана. Ее видите, она как бы такая лямнущаяся. То есть ее не гладить, ну, прогладить, ну, то есть она не выглядит мятой. То есть такой сам материал такой, чуть-чуть жеванный. Вот, в принципе, и брюки мне нравятся. Ну, такая, конечно, посадка высокая. Тут надо плотненькие, с высокой посадкой белье. Вот. Так, сейчас я померю. Вот эта кофточка мне не понравилась. Тут грудь некрасиво выглядит. Я сейчас померю вот эту. Вот с кофточкой. А это прям мой размерчик. Прям нравится мне. У меня нет такой. Видите, такая рубашка, она, да, оверсайз, но она не смотрится так очень грубо, так скажем, потому что она мягкая. Тем более полупрозрачная. Нету тут ничего, никаких там надписей и так далее. Мне, в принципе, нравится. Сейчас еще посмотрю, сколько она стоит. Тут, конечно, все это висит, но что делать? А, она, по-моему, 1700 стоит. Сейчас мы посмотрим. Да, 1800. Ну, вот брюки, конечно, джинсы, это что-то тут, не знаю, еще подумаю. Так-то нормально, но они что-то 3 с чем-то стоят, что-то мне не хочется отдавать. 3600. Буду я их, ну-ка, сесть, если... Ой, как хорошо, комфортно, девочки, вообще. Их можно будет уже одевать. Они, правда, очень плотные, то есть они не такие не летние, они очень такие тяжеленькие. Ладно, подумаю. Сейчас померю еще с курточкой. А так нормально. Вот это XSS, потому что я померила M-L. Это очень широко. То есть прям. Вот. Тут я завернула рукавчики. Очень хорошо, что здесь с другой стороны, видите, как будто бы даже можно с двух сторон ее. То есть сделано очень хорошо, что меня удивляет. Прям вообще. Вот так я закатала, все смотрится. Ну, просто вот издалека бы как-то поставить. И так уже на джинсики поставила. А сейчас выйду. Видите, тут на пуговку. Тут можно завязочки. Так. Девочки, нравится. Смотрите, я сюда не зеленую, а такую полосатку, а именно коричневую, потому что здесь коричневые пуговки, они как перекликаются. Мне вообще очень хорошо. Так, можно еще. Смотрите, все. Брать просто, да, вот эту кофточку без кофточки. Она такая, в принципе, сейчас можно носить. Я люблю такую базовую как бы одежду, мне коричневый, под коричневый макияж, например. Ну, смотрите, она прям по фигурке. Вот тут этот самый торчит. Слушайте, прям джинсы мне понравились.
тут, видите, так надо это уплотнить. Пресс надо качать. Ну как? Сзади попа вроде, ну, не знаю, нормально. Вот, и что я тогда возьму? Значит, вот эту кофточку все-таки, девочки, возьму. У меня сейчас, короче, такое состояние вообще ужас. Опять накатило. Не знаю. С Аленкой встретилась, и она спросила, ну как ты? И все, опять как... Ой, что ж делать? Так, ну и возьму эту рубашку. Я знаю, что я ее буду носить. Вот все вот это подберу, оторву. Очень мне нравится этот рукав. Прям для работы вообще просто супер. У меня всегда длинные рукава почему-то остаются, я их загибаю. А здесь, видите, просто струящаяся, легенькая. Смотрите, она, видите, она как будто бы что-то состав, как будто бы хлопок, но с чем-то. Так, что тут? Изготовитель Вьетнам, понятно? Так, блузка женская. А из чего составик? Составчик. Девочки, я не разбираюсь. Что тут? Полиэстер 66 и вискоза 36. Ну, это нормально. Как это? Можно не гладить особо. А сзади вот никаких выточек нету. Вот она сзади. Видите, ровненько. Ну и не надо. Все. Такая. Только надо какое-то такое либо белье белое, либо телесного, наверное, цвета. Чтобы не выпирало ничего гладенькое. Не кружевное. Вот. Потому что мне очень нравится. Мне прям... Надо себя побаловать, девочки. Я так вообще не могу уже. Я вся исхудала прям. Тёмка обнял меня, говорит, мама, я могу. И говорит, я могу. У тебя руки, пальцы, ну, у него длинные пальцы, я не знаю почему. У меня как бы маленькая ручка. И он такой взял, говорит, я могу пальцы соединить. Я говорю, не надо. Как это? Не утешайте вы меня. Вот. Хоть чем-то. Ну, да, они короткие, но... Да даже вот с этими ботинками. Просто сейчас грязь, и все эти брызги будут, я знаю, на штанине. Вот у меня одна, вот это нормально я хожу, а вот это всегда, ну не всегда, а как бы вот вчера я одела, например, да, на спорт желтый костюмчик, и вся вот эта правая нога у меня вся была забрызгана. Главное, на левой ни одной капли, а правая вообще, это я что, вот так хожу? Вот. Все, девочки, надо брать. Ой, господи. Голова, сейчас взрослая женщина. Просто. Сама себе придумала. Ой, ладно, девчонки, не будем. Завтра опять на спорт. Протеин. Все. Уроки. Сейчас уйду в уроки. В работу. Аленка уже спросила. Завтра с мамой встречаемся еще. Ладно, все нормально будет. Ну все, пойду на кассу. Ну, я, наверное, с вами уже и прощаюсь. Вот. Хороших вам выходных. Вот, вот такой маленький вложик, как мы с Аленкой встретились. Всем пока. А, или нет, я сейчас еще хочу, вот я, в Магнит Косметик купить там Ванечке все-таки этот самый шампунь. Вот. Да, и все. Может, масочек куплю. Ну, все, пойдемте со мной. В Зарине, что по этому чеку вы можете маленький кулончик соколовить. Ну, я думала, ерунда какая-нибудь. Смотрите, выбрала ключик. Я говорю, а что это за металл? А они мне говорят, это серебро 825, да, или 725 с позолотой. Представляете? Я думала, какую-нибудь там мне эту самую металлическую штучку, а вон, а там еще крылышко было. Я говорю, а поменять нельзя? Она такая, ой, нет. Я говорю, ну ничего, я еще к вам зайду. Представляете? Вот ключик от моего сердца. И стал... Ой, сейчас подниму, извините. Искала я шампунь, значит, пошла в мужской отдел, потом смотрю, девушка, да, расставляет. Я у нее спрашиваю, девушка, мне нужно вот шампунь, чтобы два в одном было. Она шампунь и гель, я говорю, нет, кондиционером, но только не от перхоти, а просто. Нет, таких нету. Я говорю, вообще, в принципе, да, это надо отдельно покупать там или набором. Но я пошла как бы сама посмотреть. Ну, девочки, ну вот я бы сейчас ушла и все, понимаете? Ну, или купила бы просто отдельно, да?
прям хочется подойти к консультанту и сказать, я нашла. Просто у меня сейчас такое состояние, всех поругать. Вот отдел, да, мужской тут. Так, смотрим. Это же надо все читать. Вот, пожалуйста. Тем более стоит 209 рублей со скидкой. Вот, пожалуйста, это правильно понимаешь? Шампунь-кондиционер, два в одном. Что не так? Все так. Это же шампунь и кондиционер. Вот так. Так знают свой товар. Все, я это беру и иду. Больше мне ничего не надо. Маски у меня тоже есть. Все. Ушла. Я же вспомнила, что я хотела инфлюенс купить. Кайпер, смотрите, он тоже есть. И всего 799 рублей. Девочки, это просто спасение. Смотрите, тут нету главной новинок. Тут все старенькое. Девочки, как мне повезло. Это просто любовь моя. Вообще. Я вот сейчас заплачу. Ой, как он мне нравится. Все, ура!